Вот, сейчас будет мега взрыв. О, смотри, все отлетает. Отлетает, все хорошо. Ой, хорошо. Да, Дуда Плей. Всем привет, ребята! Вы на канале Дуда Плей, и мы продолжаем играть в игру Hill Zombie Racing. И у нас машинка такая есть. Она еще не прокачанная. Ну как не прокачанная? Она прокачана, но мы сегодня будем прокачивать ее еще больше. Так, мы начали залетать сюда наверх, это очень хорошо. Так, здесь очень много зомбаков. Мы этих зомбаков будем сейчас убивать. Потихонечку. Вот, хорошо. Так, немножечко. Давай, наверх. Не получилось, к сожалению. Ладно. Угу. Скоро мы прокачаем новую купим машинку, наверное. Так. Ребята, если вам нравится прохождение тут этой игрушечки, мы которые играем, машинку, да, то не забывай ставить лайк, пожалуйста. Давайте соберем 100 лайков. 100 лайков на ролике. Давайте. Это немного, это всего лишь 100 лайков, но мы должны их собрать. И также, конечно же, если ты не подписан на канал, то обязательно подпишись на канал. Так, сколько мы получаем денежек, сейчас посмотрим. Ой, как хорошо мы проехали, ребята, расстояние. И получаем аж 343 монеты. Хорошо. И всего 400 монет. Давай, знаешь, что купим? Давай купим трансмиссию полностью. Мы прокачиваем. Прокачали полностью трансмиссию. И сейчас, я думаю, мы должны проехать еще чуть дальше, чем мы проезжаем обычно. Так. Надо будет нам зарабатывать побольше монеток. И сегодня, может быть, даже мы откроем новую карту с вами, ребята. Так, давай, машиночка, пожалуйста. Пожалуйста, машинка. Ой, только не перевернись. Во, так. Ой, смотри, какой взрыв был, офигеть. Все. Так, это надо было эту бочку еще тоже взорвать там. Ладно. Так, ну все, у нас ускорение, к сожалению, закончилось. А мы проходим дальше. Очень много зомбаков, я смотрю. Так. Откуда они бегут, эти зомбаки, интересно? Так, все, топливо у нас закончилось. Ну, практически столько же мы проехали, как раньше. Ну что ж. Сколько мы получаем? Где-то около 300, мне кажется, мы получим монеток. Да, 347 монеток. Это очень даже неплохо. Что мы можем на эти монетки купить? Давайте посмотрим. Бензинчик, либо ускоритель. Давай купим ускоритель. Да. О, и еще купим. Так. Все, теперь у меня много ускорителя будет. Офигеть, ребята. Так, а ну-ка. Ой, как хорошо. Ускоритель. Ускоритель очень нам помогает. Хопля. Так. Давай. Едем. Хорошо. Ох, чуть не перевернулись, ребятушки. Вот. Сейчас будет мега-взрыв. О, смотри, все отлетает. Отлетает, все хорошо. Ой, хорошо. Давай, машинка. Этой вот этой игрушке, кстати, очень-очень много лет. Она очень-очень старинная игрушка. Это лет 10, наверное. Так, а почему это медленно я стал ехать, интересно? Так, ускоритель. Для этого у нас есть ускоритель, ребятушки. Так, закончилось топливо. Ну, и ускоритель. Ё-моё. Столько же проехали, сколько и обычно. И монет у нас будет чуть меньше, чем 350. А, видишь, 349, я сказал, даже 350 не было. Так, давай купим бензин. А, либо ускоритель. Не, давай бензин возьмем. Все. Осталось немножко бензинчика прокачать и ускоритель. Совсем немножко. Все, едем дальше. Так, аккуратно. Так, здесь мы проезжаем все. Давай, машинка, пожалуйста. Пожалуйста, едь, давай, не останавливайся. Вот, хорошо. А, интересно, максимальная скорость у нас какая? Мы еще за максимальную скорость получаем деньги, представляешь? О! И перевернулись, ё-моё. Сколько? Какая скорость у нас там максимальная была, я не помню. За максимальную скорость нам тоже дают деньги. О, давай, может быть, проедем побольше, чем обычно. Так, вот здесь я стопорнусь. Ох, смотри, проехали. Вот это главарь какой мощный. Все, и у нас закончилось топливо. И чуть-чуть у нас... А, все, ребята.
этап завершен официально. Мы это сделали. И мы сейчас получим новую тачку. Еее, открыли тачку все-таки. Вот у нас новенькая тачка. Давай проедем с ней. Посмотрим. Так. Ох, нифига, колеса какие у нее большие. Давай, давай, давай. Немножечко у нас в другом месте мы едем, смотри. Как бы все как бы и как и было, только цвет другой совершенно. Такой вот фиолетовый. О! Ой, все, топливо закончилось. Нифига, я еще перевернулся. Так разве можно было? Нифига. Так, и сколько монет? Скажите мне, пожалуйста. 350 будет? Нет, 350 не было, 264 монетки. Не очень-то и много. Ага, давайте купим тогда бензина. Так, вот у нас. Ой, как хорошо. Все. Купили бензинчик и едем дальше. Я надеюсь, мне надо хотя бы 350 монет зарабатывать, чтобы я уже не переживал. 350 монет. А какие колеса, смотри, у машины новой, да, нашей? Мощные. Огромные такие колеса. Ну и бочки, я смотрю, коробки есть с металлическим обухом. Их, как бы, по идее, тяжелее пробить. Так, давайте здесь вниз по туннелю проедем. Вот, хорошо. Да, коробки какие-то мощные стали. Нифига себе, я этап завершил. Проехали мы этап. Ага, быстро, достаточно-таки. И всего 328 монет. Неплохо. Конечно, не сильно много, как бы хотелось бы, но все равно. А карта у нас вон какая, смотрите, ребятушки. О, скоро будут новые уровни написаны. Офигеть. Когда скоро? Не знаю. А, давайте приобретем еще бензинчик. О, еще 200 монет у нас есть. Я потом куплю обязательно ускоритель на нашу машинку. Так, поехали. Бензинчик теперь побольше. Да, слишком медленно написано. А почему так-то, алло? Давай, давай, ускоряйся. Тут надо нам двигатель покупать. Без нового двигателя никуда, ребята. Хоть и бензина, если и много. Все равно нужен двигатель. Так, ну первый этап мы проехали. Мы сейчас едем на втором этапе. Второй этап посложнее, я смотрю. Да. Второй этап у нас посложнее, слушай. Все, остановились. Сколько денег? 350 будет. О, 305. Нет, 350 даже не дали. 305 монеток. А, давай, знаешь, что приобретем? Давай возьмем ускоритель. Так. Все. Как он будет выглядеть? Ох, нифига, нормально. Нормальный ускоритель. Сейчас мы его проверим. Как он? О! Нормальненький. Только очень мало его, конечно. Ускорителя этого. Вот тут много прям коробок таких. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Надо утяжелять нашу тачку. Тогда она будет лучше пробивать это все, все препятствия. О, я наверх залез. Круто. Так, что, топливо кончилось? Да ё-моё, а сколько ж тебе-то надо топлива-то? Что ж тебе все не хватает топлива, слушай, друг. Так, 338 монет. Ну, хоть 338, хоть 300. Тоже хорошо. Давай утяжелитель возьмем. Так, и у нас 200 осталось, 200. Давай движок купим. Чуть-чуть получше двигатель будет. Хорошо, поехали, поехали в путь. О, существенно стало получше ехать машина наша. Вот это взрывы-то, а. О, наверх, наверх, давай, давай, давай. Так, этот у меня чуть-чуть добрек. Не ранило его? Так, это отлетает такие части от зомбака странные. Похоже на семечку. О! Так, зомбар тут расшибся. Упал и расшибся. Так, ух ты, смотри, мы проехали, проехали. Как бы там, где мы уже заканчивали. Метку нашу проехали. Хорошо. Так, давай, 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 ускорение, ускорение, давай. О! Так, кончилось ускоритель и кончилось топливо. Ё-моё, ну уже чуть-чуть до второго этапа мы чуть-чуть не доехали. Уже хорошо, уже почти что 400. Нифига, 411 монет мы заработали. Это очень даже неплохо.
Приобретать мы будем, знаешь что, бензин. Да. И еще раз сгоняем, попробуем, посмотрим, поедем. Так, давай ускоряемся. Сейчас немножко еще заработаем монет. Вот такой вот у нас мощный автомобиль. Ой-ой-ой-ой. Давай. Ох, а какие взрывы, ребята. Офигеть. Так, ускоритель у нас уже все кончился. Теперь надежда только на остаток бензинчика. Так, а бензина у нас еще, в принципе, много. Да, так скажу. Но скоро он закончится, ребятушки. Бензин не бесконечный. Зомби-апокалипсис находится здесь. Ой, давай. Еще немножко. Все. Все, закончился бензин, да? Да, закончилось топливо, ребята. Вот зомбари бегут, смотри. Сколько монет мы получили? Ну, 300 точно будет. 379, чуть-чуть не хватило до 400. Вот такая вот у нас машинка прокачанная. Ну что ж, ребята. А, смотри, а мы можем на карту выйти и типа можем в этом месте... А, нет, смотри, мы не можем как бы назад проехать, только здесь. Ну что ж, на этом будем заканчивать серию, дорогие друзья. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Всем пока-пока.